Всем привет, с вами Штейн, а в Elder Scrolls Online, как и ожидалось, приходит большой праздник Высокого Острова с крутыми бонусами и наградами для обладателей главы и очередным заполнением полоски на сайте. Поехали, разберемся, как все будет работать в этом году. Итак, праздник Высокого Острова, как и было анонсировано еще в начале месяца, стартует 29 сентября в стандартные 17.00 по московскому времени. Продлится почти две недели и закончится 11 октября в это же самое время. На протяжении всего ивента на Высоком Острове будет удвоен лут со всех боссов, точек ресурсов и повторяемых ежедневных и еженедельных квестов. Кроме того, за выполнение ежедневных заданий Высокого Острова, помимо основной награды, мы будем получать бонусный контейнер с местным лутом. Выпасть из него могут материалы для крафта и продаваемые сокровища, мотивы и стили главы, снаряжение для спутников, если спутник призван, мебель и рецепты Высокого Острова, а также продаваемые странички нового стиля Ордена Дуба. Первая в день коробка, как и всегда, будет золотая, улучшенная. Кроме ежедневок, коробки можно будет выбить с мировых боссов, вулканических разломов, боссов Триала Рифа, а с меньшим шансом вообще практически везде на Высоком Острове. С ресурсов, мобов, тайников и даже в чужих карманах и сейфах. В общем, где бы вы ни тусили на Высоком Острове, без ящиков и приятного бонусного дропа не останетесь. Бонусом ко всей этой стандартной движне абсолютно все обладатели главы будут участвовать в общем действии по продвижению наградной полоски на сайте. Отслеживать ее можно на специальной страничке, ссылку оставлю в описании. А продвигать ее игроки будут дружно, выполняя простенькое достижение «Следопыт Высокого Острова». Дают его за посещение всех шести примечательных мест локации, отмеченных на карте значком глаза. Чем больше игроков будет получать достижения, тем быстрее будет двигаться полоса прогресса на сайте. Уже полученные достижения игроков также будут учитываться, поэтому в день старта полоска сразу прыгнет вперед. Ну а дальше будет нарастать плавно. Раньше ей можно было помогать, получая следопыта сразу на нескольких персонажах. Сейчас, когда достижения на аккаунт общие, полагаю, это излишне. По наградам все не очень однозначно, ибо финальную анонсируют только на стриме разработчиков завтра, 29 числа. Пока же известны все остальные. За 33% полосы – листочная раскраска для тела. За 66% эмоция сесть на травяной трон, за 100% сундук с сокровищами перерождения. Также обладатели подписки за 100% получат бонусного декорпета Саламандру. Дополнительный ущербненький байт. Сундучок перерождения, как и в прошлом году, будет матрешкой с довольно неплохими наградами. Обещают ключи неустрашимых, камни Тельвар, ремесленные заказы из станции, камни трансмутации, статую вознесшегося лорда и снаряжение для спутников высокого уровня. Причем, полагаю, имеется в виду чистый фиолет, но есть отдельная сноска про шанс на бижутерию спутников легендарного грейда. Будут это первые в игре золотые шмотки для спутников, или разработчики так обзывают все тот же фиолет, узнаем уже совсем скоро. Интересно. Ну и бонусная награда за 100% пока неизвестна. Дом это, как в прошлых сезонах, маунт, или что попроще, повторюсь, анонсируют завтра на стриме беседки по этому мероприятию. На стриме, кстати, будут дропы с сундучками и декоративным леопардом, вся информация в предыдущем видео на канале. Сами награды будут упакованы в один большой лот и появятся все сразу в кронном магазине, как только полоска достигнет 100%. Висеть подарок будет в шопе, скорее всего, как и на прошлых ивентах, неделю-две, где его сможет забрать любой обладатель Высокого Острова. Даже те, кто не делал ачивку. Тут главное просто иметь главу. Ну, что, впрочем, не особо и просто в этом году. Ну и, конечно же, на празднике будет присутствовать вся возможная билетная движня. За первый в день ежедневный квест Высокого Острова, берутся они, кстати, прямо в центре гавани, никаких предварительных ласк не нужно, мы будем получать два фестивальных билета, суммарно 26 за ивент. А потратить их можно будет у импресарио на все фрагменты золотого дракончика, все фрагменты костюма розового паладина Даггерфолла, странички нового стиля Ордена Дуба и стандартный набор бустеров спутников и ремкомплектов. Продавец Индрика в билд-карте Краглорна все так же будет радовать ассортиментом черных и зеленых ягод на соответствующие формы пернатого оленя. Ну и, собственно, это все. Удвоенный лут и увеличенные награды во всей локации, коробки из всех щелей и большая красивая полоска с такой же большой еще неизвестной наградой.
Традиционный ежегодный праздник новой главы в онлайн-свитках. Время фармить ресы, рецепты и шмоточки из рифа. Ну и, конечно же, для тех, кто смог найти и приобрести последнюю главу игры. В этом году вопрос стоит особо остро, сделать это сложнее, чем обычно. Ключиков на сайтах мало, раскупаются они быстро, да и ценник гуманностью не радует. И даже скидки, которые скорее всего выкатят на ивенте, делу могут не помочь. Надеемся, как и всегда, на лучшее. Я же со своей стороны пытаюсь собрать и скомпоновать всю имеющуюся у меня информацию о вариантах покупки игры в один ролик и выпустить его в ближайшее время. Для тех же, кто не планирует приобретение Высокого острова, но собирает награды за билеты на ивентах, в принципе ничего страшного не произойдет. Текущие награды за билеты, по крайней мере костюм Паладина Даггерфолла, скорее всего будет продублирован и на следующем ивенте, а на Новый год вернется гарантированно. Так что все, что не успелось собраться на этом ивенте, или если было просто пропущено, можно будет наверстать в будущем. Разработчики всегда дают такую возможность. Ну а праздники новой главы, для тех, кто ее купил, ЗОСы проводят уже далеко не первый год. В общем, все будет ништяк. Ну а на этой банальной ноте у меня на сегодня и все. Пишите, что думаете о празднике Высокого острова и что, по вашему мнению, станет финальной наградой. От домика на островах я бы точно не отказался. Ну а одной рукой чинил не вовремя почивший комп, а другой играл в дипломатию и разгребал тонны скама в поисках достойных вариантов покупки главы. Для вас, как всегда, Штейн. Огромное спасибо, что смотрели это видео. Увидимся уже совсем скоро. Ролик о покупке на подходе. И, конечно же, не болейте, не скучайте. До новых встреч!